школьникам Подмосковья покажут видеоуроки по раздельному сбору мусора. Их основная задача – интересно и понятно рассказать о комплексах по переработке отходов, обо всех этапах от сбора до утилизации мусора. По итогам в апреле планируют провести олимпиаду для учащихся 5-8 классов. Победители соберут на летнем форуме в рамках проекта «Чистая страна».